Всем привет, с вами Макс Риск. Я сегодня расскажу самую первую версию данной игры. Вы не думайте, то что это самая первая 0.0.0. Она не самая первая. Я нашел настоящие данные. Давайте я вам расскажу о них. Так, перед началом ролика подпишитесь на канал, ставь лайк, чтобы не пропускать новые ролики. Я вижу тут читы с возвращением. Нам помогает. И самая первая версия, там еще будут данные идти, по какой версии они идут. Там явно не по порядку, друзья. Явно не по порядку. Если вам интересно, лайк, подписывайтесь на канал. То я продолжаю. Так, вроде бы там все нормально. Что такое игнорировать? Ну, давай вступим. Мне как-то скучновато, поэтому вступаем. Итак, друзья. Первая версия. Говорю вам. Обновление 0.1.4. Да, вы скажете, откуда, почему 0.0.1 нету? Настоящая версия самая первая была 0.1.4. Дата именно, когда это было, ну-ка, дата. 08.02.2020 года. 2. Почти к 2019 году началось. Сразу 2 месяца и 2020. В общем-то, 2020 сразу 2 месяца прошло. И обнова сам первая. Вот что вам скажу. Давайте перепортнемся. Так, еще есть, друзья. Мы удалили некоторые ошибки. Новый интерфейс для банановых заданий. Лучшее изображение для войск. Переработка карт с большим количеством объемов. То есть они уже раньше делали огроменные карты, и так лагало, что капец, блин. Так вот. Репорт. Ладно. Что-то здесь. Так, дальше читать, да? Так, говорится, что нет. А, ладно, вот здесь. Так, лучше изображение войск. Так, дальше. Кстати, скоро у нас будет гораздо больше для карты. Ну да, уже у вас больше. Пятое. Добавлено отображение взаимодействия с, если вы получаете новый предмет в вашем инвентаре. Взаимодействие. Вот это вот. Раньше такого не было. Я в шоке. Я, конечно, не могу доказать этого. Если это разработчики там подарят, что-то тебе прикольное, то да, могу показать. Камес нет. Так, значит. Сейчас какая версия с игры? Я помню, что сейчас версия не 0.1.4, а сейчас версия... Блин, дайте зайти на канал, я не в курсе. Вроде бы 0, а точно явно 1.1.1. А не 0.1.4. Самая низкая данная, самая низкая начинающая версия игры. Так, какая версия, еще не в курсе? Вот это вроде бы подсказывает. Не, я потерялся. Ну скажите, пожалуйста. Дата обновления, вот это, по-моему. Так, 0.17.0. А сейчас 0. Не, сейчас 0.17.0. Раньше было 0.1.4. Капец, блин, не так медленно прокачивается. Так, дальше. Следующее было обновление 0.1.0.1.5. По порядку, да? Ну, даже будет посложнее. Так, переводчик, помоги нам. Добавьте обратный вход для привязки учетной записи в Facebook. А, они еще призвали Facebook. И это при том, что 2 дня прошло. Там дата 10.02. Я слежу за датами. Так, и новая версия 0.2.0. А сейчас у нас 0.14, 0.17.0. Капец, блин. Так, и сколько прошло времени? А ну-ка считаем. 13 дней. Довольно нормально. И уже версия какая-то. 0.2.0. Вау. Могу догнать это время. Читаем. Новая ежемесячная картиночная система. Наша новая ежемесячная карточная система выгодна. Выгодно. По-моему, здесь была акция, как мы помним в наших роликах. Типа того, новые боевые звуки и эффекты. Добавьте взоров бомба, типа того, уши. Взоров уши. Заключайте обезьяны громких гранатами. Громкие гранаты. Вот эти вот. Самые громкие. Блин, давай заберем. Там еще, кстати. Ой, давайте расскажу до конца, что было интересно. Ой, так же игра есть, я кто не знал. Поиграем в игрушку, давайте. Вы лайк поставьте, подпишитесь. Ладно, вот эта игра называется. Понятно, телевизор. А мы сюда хотим получить некоторые вкусные вкусняшки.
Подожди, вы считаете дату? 14 дату. Прям точь-в-точь попали. Они считают дату. Вау, шок. Так, дальше. Дальше версии не будет. Тут один чувачок. Геймер Деверплей. Разработчик. Так, он пишет Hello, Everyday. Всем привет. Хорошо, что там пишешь? Это когда, кстати, было? Через там 5 дней. Читаем. Ух, сука, написал. Всем привет. Вот информация о следующем обновлении, которое выйдет на следующей неделе. Мы также каждую неделю обнова. 0.3.0. Они прям уже скачут потихонечку. До 0.15.0. Блин, прям скоро. Дальше продолжаем. Мы также отправим эти информации по почте в игре. По почте? А теперь не нужно отправлять, потому что это реально сложно. Уже играет миллион игроков. Как можно отправлять миллион игроком сразу всем? Дальше. Мы постоянно работаем над улучшением игры. Конечно. И мы хотим бы поблагодарить наших растущих сообщества игроков, которые недавно прислали нам отзывы и предложения особи на нашем официальном дискорде. То есть уже популярно был. Уже один год. Скоро будет в данной игре. Мы, наверное, праздник сделаем. Ну, когда это будет? Когда 2021 будет год? Вот так вот. Долго еще, долго, согласен. Оба назначить всех. Знаете, а чего вы стоите здесь? А ну пошли, пошли. Для чего ролик записываю? А, все ясно. Боитесь их? Ах, уж таки, а. Это наши бота. Ну да, их десятый. Ну и что? Ну и что? Так, два бой. Так, там полсекунды. Давай отправим тебя в другое место, друзья. А то вы такие все. Отправляйте на еду. А то кушать хочется. Пища, пища, пища. Господи, какую громкость у меня. Может быть, еще усилить? Это как-то мне громко, а вам не громко. Мне интересно. Так, давайте тачку возьмем. Ончика возьмем. Вперед. 20 секунд. Так, настроил левел. Возможно, победим. А ну-ка. Проще простого, отлично. О, подарки, блин, мне нравится игра. Edge Waves. Лайк, подписывайтесь на канал. И подписка. Так, дальше. Исправление на ошибки в пользовательском интерфейсе чата. Исправленные, расширенные сообщества. Чат они не исправляют. Вот говорят, зачем чат делать, если есть YouTube? Да не знаю, ну хай-хай будут. Все, друзья, вот ваш YouTube канал. Кто не умеет создавать канал, вот ваш канал. Уже давно создали его. Нажимаете, куда-то нажимаете. Телевизор нажимаете. Фотки делаете, скорее на превьюшку. Ну ладно, это шутка. Вот фоточка, если кто не знал. Также нажимаю, друзья, сообщение. Не, шучу, шучу. Я не знаю, куда нажимать, я не в курсе. Нажимаю сюда вот. Потом, друзья, нажимаю сюда вот. Потом нажимаю подписаться. Только им подписчиков. Два подписчика, два лайка, подписчик. Ладно, вот так поставлю лайкос, потом. Так вот. И найду себя. Давай. Вот я, друзья. Захожу. 0-0-0. Капец, блин. Давайте растите подписчики. Так, дальше. А знаете, я раньше, когда вообще не думал, что это. Я думал, что это игроки, которые с ним нужно воевать. Оказывается, это не так. Так, что-то не так. Транспорт, поселение. Кто не такие вообще? Это же черный дружок наш. В смысле? Банда. Друзья, тут новая обнова появилась. Можно брать своих. Вот не понимаю, зачем. Потому что они не банда наша. Стоп. Банда. Смотри, чем-то. Я понял, вы не банда, вы утину мне надо атаковать, блин, нужно спрятаться. Срочно. Блин, тут уже война какая-то происходит. Так, мы еще не договорили, ладно, пропускаем это все. Дальше. 0.3.0, дальше. О, появился Роджер. Вы знаете, его на чем помогает, но сейчас спит у меня тут такое. Вообще, я не буду показывать. Может, мало лайков набираете, ха-ха-ха. Так, у него пишется вход, но новая обнова, типа того, там 3 лайка. Лайк пока что не буду ставить, чтобы не палиться. Так, всем привет, вот информация о следующем обновлении. Мы также отправим эту информацию на почту игры. Так, говорится. На обновление версии 0.3.0 марта 2020 года. Окей. И там дальше информация. Мы будем рады услышать. Да, это уже читал. Скучно. Повторение, повторение, копирование, копирование. О, 0.4.0 дальше идет. Да даете. Когда, кстати? 10.03. По-моему, это уже один месяц прошел. Дальше. Не скучно. Так, что это такое? Так, это вроде бы менюшку добавили. Раньше такого не было. Дорогие обезьяны,
прямо сейчас нас не устраивает наша новейшая версия. Мы решили отложить это последнее обновление до тех пор, пока не сможем доставить вот эту громкость. Пока не сможем доставить то, что мне прислали наши игроки. Больше построек. Улучшение интерфейса и новые способы сбора ресурсов. Ух ты! Они еще расширяют. А пока мы продолжаем добавлять новые улучшения контента, пока наш представляющее обновление не будет готово для наших достойных игроков. Прям достойные. Как всегда, мы ценим ваше терпение и любовь к Edge Waves. Кстати, это не Edge Waves, это какая-то новая игра. В смысле? А ну переводчик помоги мне. Отдельно. Ага, удалил. Сейчас. Что это за новая игра? Вы раньше не назвали Edge Waves? Раньше было другое название игры. А ну-ка. Обезьяна Апокалипс. Блин, как это сказать? Апокалипс. Обезьянский апокалипс. Как зомби-апокалипс, как и обезьянский апокалипс. Они назвали эпоху обезьян. Ну, а потом возраст обезьян. Потому что 2036 год они прям так сделали. Тут мы прям смайлик. Так, окей. Дальше. Мне скучно. Дальше. ТНТНТ 0.4.0. Дальше. Дальше у нас будет понемножку так идти. 0.4.0 выйдет в марте 2028. Так, дальше у нас творится новое сообщество для того, чтобы получать какие-то награды. Микау. Кому-то там вот. Дальше. 0.5.0. А почему так вот? Ну ладно. Дальше. Но версия 0.5.0 выйдет апрель 05. 5 апреля. Дальше. О, там 4-5 долларов заметил. Интересно, почитаем дальше. Так. Чисмали, кстати. Ладно. Так. Апрель 8. Что-то новый видит север. Окей. Итак, вот что-то по долларам. 1 доллар, 5 долларов вообще видим. Дорогие обезьяны, прямо сейчас нас не устраивает наша новейшая версия. Обратно, да, свое копируют, вставляют. Мы решили отложить это последнее обновление до тех пор, пока не сможем доставить то, о чем мы просили наши игроки. Они копируют это все больше. Больше подстроек, улучшение интерфейса и новые способности сбора ресурсов. Это копирование, что скопирую обратно? То. Я копировал то, все нормально. А пока мы продолжаем добавлять новое улучшение контента. Опять за свое. Пока наше предстоящееся обновление не будет готово для наших игроков. Так, я что-то не понял. Блин, я же не скопировал. Друзья, все то. Ладно. Так, вот тут показывается на английском 1000 DS, скорее всего, это диски за 5 долларов. А мне вот 2000 дисков. То есть я уже 10 долларов умею. На кармане, да? Окей. Так, включим звук. Так, дальше читаем. Как всегда, мы ценим ваше терпение, любовь, Edge Waves, апокалипсис. Да, и так было, кстати. Надеюсь, скоро увидимся вас у обезьяна Бару. Бару. Бар или война. Писано Бару. С уважением, ваш личный помощник номер один. И тут еще некоторые скритные ссылки развернуть. Перевод нам как-то не показывается, очень жаль. Давай, переводчик. В чем дело? Переводчик, алло. Давай. Переводчик не работает. Алло. О, наши тексты ниже, чтобы присоединиться к нашей, если вы заинтересованы в учетной в этой... Вопросе мы отправим участникам игрокам до 1000 компакт диска или подарим карту Амазон на 5 долларов. О, они что, богатые? Амазон, что такое Амазон? Подарки раздают за то, что вы там играете, типа того, да? 5 долларов или 1000 дисков. Вау, такого я не ожидал. Я в шоке. Продолжать что ли? Мне уже трясутся руки, если что. Так, 24.04. 5 месяцев назад. Это по нашему сейчас времени. Не знаю, как вы смотрите ролик, но время идет.
Это вот так, ссылка. Что за ссылка? Ну, придут ссылки. Так, Facebook. Ссылка на Facebook. Сначала будет Discord создан, потом Facebook. Не. Это что-то новое. Это показывается весь интерфейс этого данного персонажа под названием новый Fingerters. Fingerters. Так. Yokails. Дальше. 0.7.0. Капец, блин. Так вот. 0.8.0. Дата там есть. Что его в курсе? Так, дата, вот. Май 12. Ну реально, май. Может быть. Я не знаю, это реально май. Что-то я сомневаюсь. Май, да, реально май. Может они путают, а? Май. Так, отдельный Facebook, да, зайдем в Facebook, посмотрим. Это мне скучно. Картиночка. Ладно, что еще там? Май 15. Да реально май 15. Что происходит? Они... уже не май было. Май 15. Блин. 30 минкинс монстра, по-моему. Дальше. 15. А, минут. Они копии делают, а, блин. А они хоть вам раздали робокс доллара? Вот что-то я не в курсе. Так, ладно. Так вот. Блин. Пропускаем. Июнь 08. О. Дата, блин, обнова. Когда обнова новая? 15 минут. Июнь 12. Мы там прям телепортируемся. Игроки, я в шоке. Где информация? Так, друзья, нужно... Ну, узкие некоторые повалялись. Я там еще не до конца дочитал. Скоро прям уже будет конец. Ждите. Там, наверное, будет жестко в конце. Я могу жестко. Так вот. Дальше. О, 0.10.0. Прям сразу. Июнь 16. Два месяца назад. Они прям активно обновляют сейчас игру. Капец, блин. 0.10.0. Не, пишет еще 0.0.0 обнова сейчас вышла. Ну, дата какая? 16.06. Это 16 июня 2020 года. 17 июня. Не прям каждый день пытаются. Активно. 17 июня. Копируют, конечно, это мне. Не, ну я тоже копирую. Если сложим там. Так, вот 0.11.0. Не скачет. А раньше было 0.13.7. На наш канале можно найти. Я там рассказывал. Там на превьюшке уже написано цифры. Я больше так не буду, потому что так не классно, не кликайте вы. Так вот, о, блин, может быть в следующий раз рассказывать. Так, так. Не могу найти никак. Июнь 20-го. 60 минут. Че, блин, новая обнова. Какая? О, дата новая. 0.13.0. А уже рядом, кстати. И сейчас будет 0.13.7, потом 0.14. А, знаете, я уже тут уже оказываюсь в том времени. Ё-моё. Они потом фоткают бананы, отдыхают. 0.14.0, дата 28.07. Подожди. Сейчас только 0.14. А, не, сейчас только 0.17.0. В общем, как так, друзья. Как-то они... Потихоньку, через год, наверное, будет уже. Нет, явно не будет первой версии. Через там 5 лет. Примерно. Всем удачи, всем пока.